Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес, играем в Shadow Fight Arena. Честно, я скажу, есть, я немножко уже задолбался играть в эту игру, но персонаж Юка, не помню, имя кота, или это имя кота Юка, не суть, короче. В общем, мне очень нравится этот персонаж, потому что у него огромный потенциал на все. А смотрите, допустим, к примеру, вы выпускаете кота и делаете атаку вперед с наскоком, да? И противник получает урон в любом случае. Если он, допустим, не успевает отступить или контратаковать, то вы делаете слэйм и нижние атаки. То есть очень большой потенциал. Или наоборот, вы играете очень пассивно, да? Противник подходит к вам, делает атаку, вы делаете слэйм, две нижних, потом кота выпускаете. Противник падает с крита, и вы делаете удар с наскоком. И там вообще просто лютая комбо выходит. Ну давайте попробуем показать. Если, конечно, получится. А-а-а! Ох ты, давай. Есть. Ой-ой-ой, не-не-не, братан. Таких не берут в космонавты. Ох ты! Выпустил кота, чтобы отрегениться. На самом деле, вот здесь вообще в идеале должен быть слейм, но... Ну, суплекс, да, суплекс. Сорян, я путаю слейм и суплекс, немножко разные вещи. Слейм делается, когда тебя пытаются задушить, когда противник короче, ну, допустим, гильотинку делает, да? А, вот это неприятно. Ой-ой-ой, вот. Слэйм. А, блин, забыл. Видели, да, что я сейчас сделал? Чтобы не получить лишнюю атаку. Офигеть, красиво. Красиво уклонился. Чуть назад отступаем и отсюда теперь бьем. Если бы я сейчас не отступил назад, я бы просто получил атаку. Ой-ой-ой. Короче, ребят, это очень красивые бои вышли. Мне прям нравится. Интеллигент. Ну, кстати говоря, против интеллигента, ну, наверное, из никнейма он играл активно. То есть, понимаете сами, что если бы он играл пассивно, было бы странно. Вот. Но это был не бот, это однозначно. Потому что он не слал какие-то там во время проигрыша сразу же смайлик или там спасибо за игру, или типа такое. То есть, и с самого начала не слал привет. То есть, это уже явно не бот. Плюс уровни подходили. Плюс никнейм, ну, в принципе, я считаю, что это реальный игрок. Поэтому неплохо. Тоже реальный игрок, совпадает по уровню. Ну, уровень одинаковый, я с ним готов буду сразиться. Плюс, кстати говоря, тот же самый персонаж. Давайте сегодня последний бой, собственно, против него и рубану. Будет два боя против молотов, проверим, как мы тащим. Ну, блин, тот играл ну, относительно агрессивно. Привет. А, вот это я тупанул. Ой-ой-ой. Красиво. Чел, дай я тащу тебе смайлик-то. О, да-да-да. Блин, я не смог. И заблочили. Есть, хорошо. Блин, не то сделал, не то. Я думал, он будет немножко вперед идти. Заднюю. Есть. Хорошо. Раз. Чуть-чуть же не достал. Ох ты. Блин, неприятно, конечно, но ничего страшного. Опа! Боюсь, что здесь челик просто прощай. Просто, скажем так, загасили. Заметьте, что я играл относительно не пассивно, я шел вперед. Я пытался как-то давить. Но в основном просто не было возможности, потому что меня давили. И как бы я тут не мог даже отступить, не отойти вперед. Кстати, давайте сыграем на суплекс, к примеру, сейчас. Я понял. Ha!
Ох ты! Чуть отступаем и вперед. Отлично. Я дам ему победить один раз, чтобы он это самое мог меня победить. Братан, не парься ты так. Чел благодарен, потому что дал ему возможность отыграться. И надеюсь, в этом раунде он будет сыграть чуть более, скажем так, сдержанно. Ну, потому что сами видите, что я просто делаю контратаки. Я, кстати говоря, сейчас попробую кое-какой прикол совершить. О, у него дисконнект. Наверное, он просто психанул и ливнул. Из-за того, что Юка ему поддается и отдает. То есть не отдает. Ну, в общем, вы поняли, да? Да ну не, так неинтересно. Давайте. Ладно, короче, игрок, кажется, психанул. И сломал себе телефон. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, что ролик вам понравился. Всем пока, всем добра.